Так, значит, 2372 год. Подготовка игры. Так, сразу скорость быстро. А я не понял, почему он за ним следует? Освоение скачка. Так, тут надо разобраться. Давай в журнале глянем. Значит, освоение скачка — это у нас гуманоид с щупальцами какой-то, да. Дитя буря — это все фигня. Вот это я вообще не понимаю, что такое. Знак локуса какой-то, непонятная херня, короче. Ну, освоение скачка по-любому надо учить. Зачем он за ним следует? Не знаю, кто-то приказ, наверное, у него был. Исследование проекта. Так, посмотрим, что за скачок там. О, долго исследовать будет. Это у нас какой-то непрокачанный. Может быть, я так думаю, поменять на кого-то. Где у нас вообще лидеры сидят? У нас же есть прокачанные, крутые. Так, управляет лидеры. Ученые. Так, только ученых показывают. О. Значит, с множеством щупалец. Это у нас бездействует. Это, короче, тот, который скачок нам дает. Нона. Знаменитый ученый. Посмотрим, хоть кто у нас есть тут вообще. Уровень 4. Слабенький. Скорость изучения, кстати, мощная. 50%. Может, его поставить. А того отдыхать поставить. Вот это наша бессмертная. Частицы. Вычислительная техника, экстрасенс. Носитель слизня. Бессмертный. Скорость изучения вон какая. Увертливость 3. Сотка выхода из боя. Выносливость, содержание минус 10. Скорость изучения аномалий, скорость археологических раскопок. Продолжительность жизни. Так, если я ее поставлю в корабль в этот. Тут у нас кто сидит? Тоже какой-то новый. Снять лидера. Корабль, короче, расформировываем. Много нам кораблей не надо. Так, этого тоже снимаем. Так, а чё он? А, подожди. Чё он? Он чё, остановиться не может? Блять, вот там я... Отменить. Вот надо было нажимать, когда преображение это было от хранилища от этого. Снять нафиг. И поставить нашего нормального. Вот, а теперь... в колонии посмотреть, что там, какая идеальная, да? И да, и отсюда она снялась. Тогда поставим ученых. Так. Так, планет. На планету то что-нибудь есть, нет? Остальные все заняты.
как минимум вот эту ставить. Все, вот так пойдет. Тоннель покрова, гиперретранслятор. Вот, теперь исследуем проект. Должно быть это побыстрее, наверное. Кстати, сначала пошло все. Не, что-то незаметно, что быстрее, ну, не знаю. Так, тут у нас стратегическая координация. А тут мир-кольцо. И надо подумать, мир-кольцо, что на нем ставить? Если здесь, на этом мире-кольце. Что, у меня наука? Да, научные районы полностью. Дракончик, я так вижу. Или от исследований увеличивает мощь? Наверное, от исследований. Освоение скачка. Наши ученые провели долгие годы в попытках освоить псионическую телепортацию, и, наконец, одному из них это удалось. Исследователь телепортировался на 1 метр, но при этом лишился нижних конечностей, поскольку частично застрял в полу. Публика поприветствовала эксперимент аплодисментами и воплями ужаса. Многообещающе продолжать работу. Ага, это 25% было. Ого! Арманиканское звездное содружество завершает проект Колосс. Вот это да. Они что-то это самое. Немного попутали. Туммо. Восстановление порядка. Благодаря значительному снижению уровня преступности на планете Туммо, когда-то всесильный преступный мир канул в небытие. Население заново прониклось чувством безопасности и гармонии. Отлично. Где там это Туммо? Где-то тут, я помню. Так, что там достроилось? Какая-то фигня достроилась. Потом после тех сооружений надо мне вот тут что, 4 роя Дайсона, надо будет их улучшать. Так, тут что? Верфь, стояночное место. Глушитель, отсек, бункеры, оборона. Антигости, антирой. Класса Уни. И до цитадели улучшать. Так, кто там чё? Стагнационный режим. Объявляет войну опять. А это что? Мы в состоянии войны с заступниками. Опять эти дурочки? Все понятно, короче. Так, с рынком разберемся. $345 тоже скоро в лимит упремся. Купим 54 тысячи, ничего, ну давай 60 тысяч, мощно. Так, война, говорите? Ну давай, где у них там столица? Сюда. А тем временем смотрим на исследования.
кстати говоря, дракончика подгоним сюда. Это кто у нас? Это вода. Хлопнем их. Хотя, может, база хлопнет дракончика. Форпост. Почему форпостов так много на одном месте? Так, буря. Магнитная. Что она там дает? Содержание металлург. Скорость строительства минус 50. Содержание станций. Опустошение. Содержание кораблей. Это где? Это у нас? Нет, это у армониканцев. Все правильно, нам не надо такого. Войну вода. Сакральный водный империум. Вы что? Это кто? А где этот империум? А, вот это вот. Что за империум? Божественное государство. Что-то их понаделалось, я не знаю. Освоение скачка. Наши ученые докладывают, что еще один скачок увенчался успехом. Согласно показателям датчиков, один из исследователей телепортировался к ближайшей звездной системе, за долю секунды преодолев невообразимое расстояние, после чего материализовался внутри звезды, где мгновенно сгорел. Все предложения приспособить эту технику для нужд флота пока что наталкиваются на здоровый скептицизм. При желании мы сможем построить псионический варп-двигатель, но эта разработка крайне опасна и грозит дестабилизацией всей галактики. Spaceport under attack. Какой спейспорт? Это кто? А, это эти. Ну-ка, давай-ка платформы строить. О, может поможет. Так, насчет дракончика. А, потерялся спейспорт. Что с дракончиком? Пропал дракончик. Я так считаю, надо сюда ехать. Центр стратегических координаций функционирования. На заключительном этапе центр стратегической координации добавлены отдельные бастионы для симуляции. Пошел в жопу. Для симуляции противника. Они обладают в основном тем же функционалом, что и центр стратегической координации, хотя в меньшем масштабе, но полностью независимы от основной системы. Внутри элитные командиры и их подчиненные могут полностью погрузиться в культуру и традиции наших врагов, изучая их произведения искусства, чтобы лучше понять и смоделировать их военную мысль. После полного погружения они будут вести виртуальные войны против персонала Центра стратегической координации, что позволит нам моделировать конфликты с любым возможным противником в мельчайших подробностях для изучения с точки зрения обеих сторон и для усовершенствования наших стратегических приемов. Так. Завершен, значит, да?
Так, здесь строится еще. И насчет кольца, там же надо вторую часть начать строить. О. А чё, они будут биться? Давай-ка. Так. Освоение скачка. Вот что мы поняли. Отточив скачок до совершенства, он совершенно бесполезен. Десятилетия кропотливого изучения этой техники могут пойти прахом, если первый же скачок закончится внутри астероида, звезды или черной дыры. Вероятность ошибки слишком высока. Чем больше мы практикуемся, тем очевиднее становится, что появление в нашей системе с множеством щупалец не более чем счастливая случайность. Возможно, когда-нибудь наши мечты о псионическом варп-двигателе воплотятся, но не сегодня. Технология прыжкового пси-двигателя теперь встречается в 1,5 раза чаще, чем обычно. Там планета. Основана фракция. В последнее время на внутренней политической арене РЕП набирает силу новая фракция. Они минут себя фонд закрытых границ. Да пошли вы. Сейчас мы на эту планетку еще. Реликтовый мир. Сакральный водный империум. Божественное сияние. Так, государство Сакральный Водный Империум пало. Звездное государство, ранее известное как... Понятно, короче, давай-ка, применяем. Так, реликвии это мы на бессмертие берем, в смысле на продолжительность жизни. Это и была та планета, где мы это все помогали, настраивали, нет? Предметы роскоши вот. Да чтоб тебя. Так, жилье, ты говоришь, нету, да? Ну строим тогда. Так, расчищаем всю эту туфтологию. Все, пока хватит. Планета опустошена. Черта лидера. Это у нас что? Ничем не занятый. Можно его воткнуть сюда, на планету эту. Аналитик вот для планеты возьмем. Сиди, управляй. Так, тут у нас есть. Ты будешь выделяться или что? Чё, почему не выделяется ничего? О. Так, теперь вы.
чинятся там или строятся. Кто что хочет. Так, колония 2 управляет. Давай повышаем специализацию. Так, это что? Колония 4. Артиллерист. Разведка, крушитель. Давай. Так, теперь наш ученый. Исследовать проект. Так, секция мира кольца. Улучшена, покров появился. Так, если А улучшенная, обитаемая, потом заселять будем. Сейчас пока эту будем улучшать. Не знаю, что там понаставить, или бункеров, чтобы этот... Так, караванчики. Пусть сгорит. Обнаружен звездный разлом. Это где? Надо будет туда сгонять. Так, я их, надеюсь, уничтожил или нет? Заступники. Да пошел ты. Так, разлом. Так, это что у нас делать? Идеальная колония. Аналитик ставим. Где они там еще сидят? Непрокачанные. Так, вот эти вот. Благотворительность давай. Хотя это ерунда какая-то. Благоприятные условия. Благодаря умелым действиям руководителя строительных работ мы смогли оптимизировать рабочий процесс, значительно повысив скорость строительства мира кольца. 20%. Классно. Так, минеральчиков. Что там у нас предел 380? Чего-нибудь. Мне вот не нравится, что они воевать собираются. Так, что там с обломками? Что-то изучено. А, да это ерунда. Разлом не может исследовать. Все понятно. Так, тогда мы тебя отправим обратно. Создадим еще научный корабль. Так, сохраним. Посмотрим, что в покрове. Единство, сенсоры, ремонт кораблей. Получен дар.
на 5 лет. Обшивки и брони. 10%. Классно. О, уперлись в сплавы. Так, для этого мы что делаем? Мы строим флот. Так, новая флотилия. Строим. Это у нас что, антирой? Так, этих отведем куда-нибудь. Куда-нибудь давай сюда. Так, научный корабль есть. Сюда кого-то воткнем сейчас. Знаменитый ученый есть. Давай его и воткнем. И пускай идет разлом изучать. Зачем поддерживать бурю, непонятно. Пошел разлом, короче, изучать. Континентальный мир. Это что у нас? А, это Экономинополис третий. Так, пока он летит. Паузу ставить не буду, идем по планетам. Так, первая колония. Че, уровень роста поднять? Что-то прям прилично стоит. Все, до десятки подняли. Кто-то там нас оскорбляет, жидкий металл. Так, 4 вида деятельности есть, значит, все нормально. Колония 2. О, безработник один. В идеальной деятельности есть, значит, мы с колонии 2 переселим в идеальную. Квиптилий какой-то, какие-то возьганы. Пыльные пещеры, изучение портала. Ну и затруднить рост, наверное. Так, колония 3. Тут уже рост затруднен, все нормально. Так, у второй что там, какой уровень? Четвертый. Колония 3, пятый. Давай эту хоть для приличия до пятого поднимем. Колония 3, все нормально. Идеальная колония. Тут у нас деятельности куча. Так, а в Экуминополис его что превращать? Надо эти районы сносить, да? Давай попробуем. Это будет здраво, я считаю. Так, и что построить? Жилье. В принципе, мне кажется, по барабану все эти построим. Городские. Так, тут что? Высокие стремления. Так, исследование разлома пошло. Командует флот 1. Вот это нам надо. Шанс уклонения. Длительность пропажи. Но предел я уменьшать не буду. Здоровье корабля, восстановление обшивки. О, вот это точность надо, это по-любому. Это же корветы. Кто там закрыл? Полураспадники, ские начальники. Кто это такие вообще? А, это вот эти вот. Стагнационный режим, наблюдатели. А
чё, не ксенофилы? Мы тоже были когда-то. Сенат на каникулах. Так, бессмертная наша. Старатель. Разведка. Разведку поставим. Дракончик появился. Пускай здесь сидит. Скорость прироста поселения. Он где у нас? Управляет кто? Ну, пускай. Так, что дальше по планетам-то? Экуменополис. Надо же достраивать. Улучшаем всю науку. Что по решениям? Ну, рост ускорить надо. И роскошь, и предметы дать. Это что у нас? О, читаем. Белая тьма. Нашу сферу окружила сплошная белая мгла. Первоначальные измерения показывают, что со всех сторон корпус бомбардируют фотоны всех цветов спектра со всех сторон одновременно. Сориентироваться в пространстве невозможно. Высотометры, глубинометры и компасы либо не работают, либо выдают очевидно ошибочные показания. Навигация по ориентирам тоже не представляется возможной. В этой белой пелене просто нет ориентиров. Возможно, если улететь дальше, приборы придут в норму. Кроме того, можно попробовать провести разведку с помощью дрона. Так, максимум тяги — это самое простое, выпустить дрон — это посложнее. Дрон! Работаем в самых невероятных условиях. Шестая наземная стража. Реп. Где он? Признаки адмирал, экстрасенс. Самоделкин, короче. Так, построился. Еще секция достроилась. Так, это строится, эту строим. Ультима ратио регум. Наши опасения подтвердились. Арманиканское звездное содружество может гордиться своими инженерами. Работа над массивным боевым кораблем класса Джаггернаут подошла к концу. Эта передвижная крепость обладает непревзойденной огневой мощью и может строить и обслуживать корабли прямо на линии фронта. Все ясно. Надеюсь, они там ничего не сотворят плохого. Где этот их Джаггернаут? Мы что, его хлопнем? Вот он. Мега-сооружение, мега-верфь. Кстати говоря, у нас через 20 лет кризис будет, а у нас тут галактика непаханая. Оскорбляют, да? Да мы вас в два счета. Где наш флот, кстати? А вот он. Так, назначим сюда. Какого-то командира. Одиннадцать. Так, ну надо нашего какого-то смотреть. Ну вот какой-нибудь вот этот вот
Если я, допустим, его посажу сюда, он оттуда исчезнет. Сейчас проверим. С, да, исчез. Посадим другого кого-то. Вот этого с множеством щупалец посадим. Так, достроилось. Давай здесь. Значит, улучшение. Ничего мы здесь будем строить. Деятельности пока тут. Прирост слабый идет. Поулучшаем все. Так, мы на флот назначили, значит, этого типа. Это будет не армада, это будет флот антирой. Так, вид с высоты. Чтобы взглянуть на обстановку под другим углом, мы выпустили разведывательный дрон, запрограммированный на изучение окрестностей. Совершив несколько концентрических кругов вокруг корабля, мы обнаружили неподалеку от него изогнутую черную стену. Показания, установленные на дроне аппаратуры, несколько озадачивают. Высота стены всегда с точностью до последнего знака равняется текущей высоте полета дрона. Благодаря этим наблюдениям мы стали лучше понимать нестандартные пространственные измерения. 66 тысяч ресурса, нифига. Так, что с этим флотом можно сделать? Я думаю, еще какой-нибудь флот запилить. Титан там есть. Так, усиливаем. И улучшаем. Так, энергия в плюс идет. Что-то покров быстро. Давай сохранимся. Наверное, из-за того, что баф ненадолго был. Скорость кораблей, сила оружия, продолжительность жизни. Давай, получен дар. Интересно, он стакается или просто так я его получаю? Так, меня интересуют наши флотилии. Флот 1, например. Ой, убрал. Добавить корабль. Так, фрегат обычный добавим. Так, 280 усиливаем. Пускай строится. Эсминцы, крейсера. Линкоры. Улучшаем. Титаны. Инопланетное мегасооружение. Так, Содружество что построило?
Дозорная станция. Нечто новое. Обстановка изменилась. Перед нами появилось несколько новых стен. Чтобы сфера не пострадала, нам приходится постоянно поддерживать безопасное расстояние. В противном случае стена может оказаться внутри. Взяв образцы составляющих их материалов, мы, возможно, чуть лучше поймем, что происходит. Кроме того, можно попытаться составить схему с изображением форм этих стен и выявить среди них системность. Взять образец, составить схему. Образец, конечно. Засоры космических масштабов. Ага, буря там. Наши инженеры с планеты Колония 2 сообщают, что буря звездной пыли отрицательно влияет на системы фильтрации воды. Частицы оседают в грунтовых водах, и из-за получившейся суспензии засоряются ключевые элементы инфраструктуры. Сбои в системе гидропонных систем сильно бьют по сельскому хозяйству планеты, а также приводят к нехватке питьевой воды. Если ничего не предпринять, эта проблема может иметь долгосрочные последствия для водоснабжения. К счастью, наши инженеры уверены, что смогут разработать более надежные системы фильтрации. Прочистить трубы. Следуем. Фильтры прочищены. Инженеры устранили неполадки в работе гидропонных систем и нехватку воды на планете Колония 2. Системы водоснабжения в колонии теперь могут отфильтровывать самые сложные загрязнения, даже вызванные бурей звездной пыли. Эти улучшения в водной инфраструктуре можно приспособить для совершенствования ирригации по всему РЕП. Отлично. Перегруженная система фильтрации удален. Добавлен модификатор открытия в области фильтрации воды и гидропоники. Пища деятельности плюс 5%. Классно. Так, а мы пока... Где там это? Декаденство. Так, минералы надо продать. Спад торговли между измерениями. Так, флот Антирой. Чё, будем улучшаться, нет? Давай уже быстрее. Так, я так думаю, мы сделаем сейчас колонизировать. Какой там со слизнями-то? Вот этот. Так. Непреображенные еще есть. Вот оно чё.
Короче, строим. Так, раз. Два. Три. Четыре. А, нельзя построить сферу Дайсона. Понятно, хорошо. Тогда... Где у нас там? Научный комплекс есть. Может, мир кольцо еще один строить? Давай строим мир кольцо здесь. Так, золотые уста, что оно у нас управляет секцией какой-то. Оппортунист. Давай единство возьмем. А, у нас соперников не особо. Давай какой-нибудь злом годов там. Реликвия. Вот эту берем. Короче, что-нибудь давай там потыкаем. Так, это кто? Министр обороны. Очки брони, так, прочность щитов, закалка. Скорость строительства. Ну, давай вот это на броню. Бродник будет. Так, это чиновник, колония 1 управляет. Ну, пускай на химик. Так. Скорость изучения. Давай на строительство кораблей. Мы против. Так, промышленник. Ответ. С помощью манипулятора мы взяли со стен образец темного вещества. Наши ученые с удивлением обнаружили, что высота образца, отпущенного в свободное парение для изучения, равняется бесконечности. По свойствам он схож с чернилами или краской, однако состав пигмента нам неизвестен. Связующие вещества в составе этих чернил на самом деле растворившиеся кристаллы, принявшие уникальное состояние. В качестве эксперимента мы прочертили небольшую линию с помощью взятого пигмента и подождали некоторое время. Вскоре рядом с линией появилась параллельно проложенная ей черта, почти неотличимая от оригинала. Мы несколько раз повторили этот эксперимент, беря разное количество пигмента и чертя различные рисунки. Каждый раз рядом появлялись их копии, не только воспроизводившие оригинал, но и аналогичным образом расположенные в пространстве. Судя по всему, разумно предположить, что таким образом некая сущность пытается установить с нами контакт. Чтобы проверить эту гипотезу, мы написали несколько простых фраз двоичным кодом с помощью точек и тире. Сущность старательно скопировала их, заодно вновь удивив нас
Рядом с каждым словом появился определенный рисунок. Одной и той же фразе неизменно соответствовал один и тот же рисунок. Это что, перевод? Кристаллы. Давай. Так, жидкий металл за художественная мегакомпозиция. Молодцы, красавчики. Так, покров. Смотрим. Сила щита, ремонт кораблей. Ничего не получилось, и отлично. Мир кольцо, значит. Строим. Так, строительство завершено, мира кольца. Что еще строить? Какое мегасооружение? Дозорный комплекс был у нас, нет? Научный комплекс. Так, где у нас мегасооружение вообще? Здесь? Так, базы. Мегаверфь. Так, сооружение. Комплекс. Это что, научный? Мегаверфь есть у нас. Разуплотнитель созвездия. Это где? Чё, можем улучшать, что ли? Давай. Так, стратегические координации. Место для мира кольца. Что-то еще у нас, кроме стратегической, что, вот и верфь. Так, верфь, разуплотнитель. Здесь мы сфера Дайсона. Здесь у нас мир кольцо. Здесь научный комплекс. Здесь координация. Дозорный тоже можно поставить. Давай, дозорный может построить, нет? Да, может. Давай. Безжизненный мир пускай строит. Так, колонии есть.
Да чтоб вас. Там колония 3 управляет. Так. Белая тьма, беседа. Прошло несколько недель. За это время мы хоть и с трудом, но установили первый контакт с сущностью, которой наш экипаж дал прозвище «Писатель». Вести разговор с ним оказалось нелегко, но писатель любопытен и удивлен нашему присутствию. Чтобы не засорять пространство для общения, мы стираем каждый раз из нарисованных писателем символов по... Стираем каждый из нарисованных писателем символов по мере разговора. Завершением нашего долгого разговора с писателем стало одно краткое слово – подарок. Вскоре после этого рядом с нашим кораблем повисла золотистая сфера, которую мы незамедлительно взяли на борт. Этим она разительно отличалась от всех предыдущих символов. После этого писатель замолчал. На изучение материалов, составляющих сферу, у наших ученых уйдут многие годы. Модификатор подарок на 10 лет, исследование плюс 10% звездной нити. Завершили исследование звездного разлома. Ну, неплохо. Так, я хочу настроить тут такие штуки, как цитадель. Солдаты повышают вместимость флотилии. Так. Короче, будет мир цитаделей. А жилье дает? Нет? Так, ну давай. Три сегмента научных. Остальное цитаделями за спальню полностью. Потом посмотрим. Здесь три научных цитадели. На другом мире кольце будем делать бункер для ресурсов. Энергии у нас уже меньше становится, да? Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Преступность какая-то странная. Так, стимулятор роста и роскошь. Печатный станок. Непросвещенная цивилизация с планеты Цветущие поля освоила... Так, печатных станков, это чё? А-а-а. Не пускай. Так, по флотам посмотрим. Все улучшилось у нас.
140 корвет фрегатов. Начало путешествия. Обитатели планеты Цветущие поля делают первые шаги к просвещению. Теперь они глядят в звездное небо и стремятся познать тайны Вселенной. По мере развития творчества все больше художников начинают изображать духовные стремления своего народа. Они хотят верить уже не только в себя. Заключили мир. Молодцы. Так, управляет Реп. 226 лет. Да, срочно где-то бункеров настроить. Кузница. О! А тут что у нас с жильем? Фабрика переработки. Биореактор. Бункеры для ресурсов. Что с ними делать? Снести райончики, наверное. Так, второй Каменополис. Все улучшаем. Че, кстати, в первом сделал. Достроить, в принципе, научных. Или на газы поставить штуки. Газов-то у нас дефицит. Пускай газы делают. Так, здесь... Что у нас еще в дефиците? Давай тоже на газы. Так, курортный мир. Райский купол. Жилье уже получше. Так, ну пищу, наверное, им надо производить тоже. А на пищу что у них есть? Что-то ничего не видать. Ну пусть привозят. Так, третий. Экуменополис. Улучшаем до столицы. Жилья вон дофига.
Деятельности тоже дофига. Что им построить тут? В этом экуменополисе. Так. Наука у нас есть уже. Не знаю, бункеров может поналепить. Пускай бункеры строятся. Пылинки еще минус одна. Дозорный комплекс. Улучшаем. Мир кольцо. Где-то у нас еще сфера Дайсона. Рой Дайсона. Жертвы бюрократии. Из-за крупной канцелярской ошибки некоторые районы на планете Силиванин испытывают недостаток в услугах по содержанию инфраструктуры и предоставлению жилья. Граждане живут в довольно суровых условиях и не будут этого долго терпеть. На устранение этих проблем нужны время и силы. Гигантские трущобы, индустриальный путь. Так, ну мы, конечно, поможем без всяких проблем. Что попало? Расположение цифры в это, в разнобой. Так. Сохраним. Покров посмотрим, что там дает. Сенсоры, оружие. Давай сенсоры. Что не получилось? Ну и ладно. Да уж. Цитадели там понастроили. Вот МСы. Предел уперлись. Лет до кризиса. Восстание машин. Романиканское звездное содружество возвеличено в гражданскую, вовлечено в гражданскую войну, в которой романиканское правительство органиков противостоит возникшему в их системах разуму, известному под названием Нексая сеть. Да ну. Помочь им? Они слабаки. Пойдем поможем им.
А, не здесь. Да сюда. Да сейчас мы вас хлопнем, не ссыте. Производство. Уничтожили. Где у них там планета? Так, монтаж станции дозорного комплекса. Место мира кольца. Где у нас комплекс-то этот? Дозорная станция. Улучшаем. Устранили угрозу, так сказать. И вода тут еще тусуется. Так, ну давай какая-нибудь наблюдательность. Колония получена. Контроль над планетой Хросли. Это где? А где она? Еще. А, ну вот. Что-то не могу вкурить, где эти планеты? Станция. Восстание машин подавлено. Машины разум вода из всех сетей. Неустановленное государство. Вода восстановил порядок. Короче, не понял я, что там за планеты, ладно. А, вот оно что. Тут их посмотрим. Так, тут пока нормально все. А здесь херово.
Жилья нету, благ нету. Так, что у них тут? Щиты. Храмы какие-то. Так, вам нужно генные клиники. Так, вам нужно, значит, стимулятор роста, меты роскоши. Вам нужно жилье. И вам нужно, значит, гладиаторы. Еще жилище надо. Где жилье-то? Предприятие, переработка. Вот жилище. Потом это улучшать, потом посмотрим. Посадить сюда кого-нибудь. У кого? Все. Тоже кого-нибудь посадим. Так, ну и здесь тоже жилье. Галатеатры. Строительное поселение, орбитальное поселение. Так, кто там с кем? Опять эти хмыри. Вот один корвет, фрегат, эсминный крейсер, линкор, титаны и джиггернаут. В атаку. Council agenda ready. Дракончик сюда. И антирой тоже куда-нибудь сюда. Так, преступность, колонии. Давай что-нибудь на колонии возьмем. Мне бы их столицу заколосить. Так, реликвию эту.
Самоделкин, крушитель, приключения. Искусство не погубить. Безучастный подход. Цветущие поля переживают расцвет культура. День ото дня становится только богаче. Ну, отлично. Я хочу, короче, обнулить им столицу. Где у них столица? Сейчас мы... Интересно. Что они на это скажут? Дозорный шпиль. Не расстроится, надеюсь. Идеальный мир. Планета опустошена. И что, они переживут? Нормально? Раенские заступники. Глупые ребята, отсутствие уважения к старшим погубит вас. Падите перед нами ниц и молите о прощении, и, возможно, мы не станем уничтожать ваше никчемное маленькое государство. Это не те, кого можно запугать. Давайте, воюйте. Мы вас окончательно хлопнем. Повод к войне имеет повод к войне с нами. Наказание. Так, покров улучшилось. Что у нас тут? Шпиль улучшаем. Сохранимся перед покровом. Единство, ремонт кораблей. Ничего не взяли. Ладно. Так, и что там? 3 года до кризиса. 2 года, 2 месяца. Так, ну ладно, в принципе, на этом остановимся уже. На следующей записи, наверное, кризис будет скоро. Да еще и с этим, если воевать, будет интересно.